Непобежденному британцу Келлу Бруку будет непросто во время боя 10 сентября, потому что его соперник Геннадий Головкин обещает устроить настоящее драма-шоу, когда они оба окажутся в ринге. Когда Головкин говорит, что устроить драма-шоу, это означает, что он собирается выйти и уничтожить соперника тяжелыми ударами в тело и в голову. У него есть свой стиль, который он называет мексиканским. Он любит избивать своих противников. Головкин так хорошо передвигается в ринге, что никто не в состоянии убежать от него. Он не дает возможности убежать. Ни один трюк не работает против Головкина, потому что в конце концов он настигает соперника и устроит драма-шоу. Я верю, что смогу устроить настоящее шоу. Драма-шоу – это самый большой тест для нас, потому что Кэл реальный чемпион. Это самая большая проверка для меня, безусловно, отмечает Головкин. Я вижу, что из себя представляет Кэл, и уважаю его. У него очень сильная команда. Но едва ли этот бой для Головкина будет сложным, чем против Кёртиса Стивенсона, Давида Лемье или Мартина Мюррея. Это были высокопрофессиональные бойцы с хорошей силой удара, которые едва ли есть у Брука. Это были большие парни, которые привыкли к сильным ударам в среднем дивизионе. И Головкин разобрал их всех, и выглядело это так, словно было очень легко. Если Головкин устроит войну, то его бой с Бруком продлится не больше апрельского поединка с Домиником Уэйдом. Головкин нокаутировал Уэйда во втором раунде. Это при том, что у Уэйда была репутация боксера с сильным подбородком, и до этого никому не проигрывал. И все равно Головкин разделался с ним за два раунда. Вот поэтому, если он объявит Бруку войну, то поединок завершится в первом или во втором раунде. «Я действительно считаю, что это будет непросто», – говорит Головкин. «Это очень серьезный бизнес для нас. Я готов на 100% 10 сентября». Головкин ко всем своим боям подходит очень серьезно. И он не выходит на бой готов не менее чем на 100%. И это не такая уж хорошая новость для Брука, потому что у него есть только один шанс на победу, если Головкин плохо подготовится.